третий уровень построения семейной команды. Третий уровень называется сотрудничество родителей в воспитании. Конечно же, практически в каждой семье есть такое. Мой муж или моя жена, или моя бабушка, или мой дедушка не так воспитывает. И поэтому для того, чтобы не высказывать вот эти претензии, да, вот эти неприятные слова какие-то о партнере, допустим, да, повернитесь к своему партнеру, сейчас в первую очередь о родителях, да, повернитесь к своему партнеру и скажите, если вы мужчина, если вы отец, ты лучшая мать для наших детей. Если вы мать, соответственно, ты лучший отец для наших детей. Покажите это, скажите это своему партнеру. Можно сделать это мысленно, если, например, партнера вашего сейчас, прямо сейчас нету рядом. Дело в том, что критика одного родителя другим всегда связана с ребенком. И каждому родителю все время кажется, что именно из-за ребенка у него плохая жизнь, что именно из-за ребенка они ругаются со своим партнером. Поэтому для того, чтобы этого не было, начните поддерживать друг друга, начните сотрудничать в воспитании друг с другом.